пасыки, всем привет. Есть такая мотопомпа, я ее хотел, короче, переделать под электро. Ничего не получилось. Сейчас будем назад ее собирать, пробовать запускать на бензине. Прикол в том, что тут шатун, он был, короче, несъемный, его пришлось срезать. Вот, он сейчас стоит приваренный сюда, короче, его сейчас надо обрезать, приварить на место, назад. И я не знаю, как оно будет на приваре, нам что-то не, короче, работать. Но прикол в том, что как-то оно будет работать по-любому. Буду сейчас разбирать, делать назад все как было. Смотрим. Короче, пацаны, сделал эту штуку, заводится с полтычка, практически с полтычка. Сейчас попробую, поставлю камеру там, покажу вам, как она заводится. Шатун, кстати, приваренный. Приваренный шатун, и все работает. Вот так, я думаю, будет видно, в принципе. Короче, все пашет. Буду продавать, наверное, потому что я купил электрический, этот нахер не нужен. Ну, шатун приваренный, но работает. Прикольно. Надолго ли его хватит? Я думаю, хватит навсегда. Все работает. С полточка. Я красавчик, ставим лайки.